Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это Cult of the Lamb. Что мы с тобой делаем? Правильно, мы с тобой продолжаем прохождение этой великолепной игры. Так, что там у нас? Что-то, мне кажется, я делал. А. Да, тебя можно перевоспитать еще раз? На следующий день только, да? Я понял. Так, у меня есть слитки. А зачем? Зачем-то нужны были слитки. Во-первых, тотем. Давай сделаем тотем. О. Тотем. Который ускоряет у нас рост ништячков. И я бы, наверное... Во-первых, еще бы покушать им сделал. Съедобную смесь. Ага, не жем. Аппетитное мясное рагу. Ля. Давай сделаем, а чё нет? Ну и салатика 2. Готовить. Оп. А, нет! Бля, я там насрал, вместо того, чтобы рагу сделать. Это очень обидно было. Там должно было супер вкусное рагу получиться. Печально. Так, сейчас они еще ресурсиков должны дать. Хам-хам-хам-хам-хам. Ох. Ох. А все? Ну вы жопошники, конечно. А, еще одну сделать эту. Да-да-да, как она? Да-да-да. Угу. Так я ее и сделал. Так, я хочу все-таки еще раз попробовать. Нельзя, неужели перенести? Вот. Перенести. Вот сюда. Можно храм, в принципе, кстати, перенести? Вот сюда, например. А эту перенести одну сюда. И одну, получается, сюда. Так, вот эти штучки. Мы немножко перестановку сделаем. По более фэншуйному. Тиш-тиш. Вот эти здесь. Вот так вот. Так, подношение. Подношение здесь. Вот такие, да. Оставим так. Так, вот эти штучки. Одну здесь, еще одну здесь. Хатки, палатки. Две здесь, две здесь. Вот эти я бы немножко перенес. Две сюда, например. А, не могу, да? Ну, в принципе, или так бы оставил. Так, вот эти тоже перенес бы немножко вот сюда. Нет, давай даже немножко вот сюда. Вот так вот. А вот эти вот сюда. Да. Так, больничку давай вот сюда вот поближе. И кладовую уборную тоже где-нибудь рядышком. А вот туалеты вот сюда, вот в самый низ. Так, это у нас есть. Это тут, вот это в этот уголочек.
Так, ну вот как-то так. А, что? Что? А, подождите, что? Почему у меня две лечебницы? А как у меня две лечебницы? Откуда? Так, чизик, братишка, давай за мяском. Погнал. ГЛХФ. Так, и давайте я вам сейчас еще вот этих штучек. А вот сюда еще тоже этих штучек. Все, мужички, я погнал, а вы тут резвитесь. Давай, давай, удачи, чизик. Я тоже погнал. Найти реликвию по подсказке клоника. Что? Просьба. А как? Я даже просто не знаю, как это делать. Ладно, погнали. Один раз разбирать сходим, это точно нам надо сделать. Может, нам косточек не хватает для воскрешения наших замечательных последователей. А, сука. Мне нужны кости и кристаллы. Я здесь не... А? О, флагшток с вашим знаменем. Отлично вообще. А, кристаллики как раз нужны. Где же их вам возьму? А что ты опять докопался? Вот только... Я убедился, а не какой я ему голос сделал? Я убедился, что тебя не остановят ни болезни, ни голод, ни смерть. Каждый раз он возвращает тебя к жизни с новыми силами. Прошу, выслушай меня. Алую корону заточили в небытие другие епископы. Моей вины в этом нет. Пощади меня, умоляю. Убей Шамуру, только не отправляй меня на смерть, не отправляй меня к нему. Я спрячусь в своем храме, ты никогда его не найдешь. Никогда. Какого Шамуру? Что-то он жестко подизвинился, единственное, что я понял. Сказал, пожалуйста, дядя, не трахай меня. Вот это вот я понял, что он сказал. Больше я ничего не понял, как бы. Да ты вообще в другую сторону махал, ты чё? Падла. Давай в эту сторону. О, карты, давай. Давай, давай, давай. Плюс сердце. Спасибо. Так, костей нету, кристаллов нету. Пошли дальше. Ты чё так? Ты кто? А, ты это. А я стою, он с щитом. Я просто не понял, что у него щит. Так, вижу кристаллы. Рыбка еще. Нормально. Оп. Карта. Плюс каменное сердце пойдет. Так, пох... Это что такое? Я не знаю, что это, я хочу туда. Здрасте. А,
Что польза от теплоты сердца, если ей не поль делиться? Когда-то мне было кому ее дарить. Я нашла свою любовь, и у нас появилось двое котят. И в один прекрасный летний день их у меня отняли. Сказали, что они станут даром для того, кто важнее всех, для того, кто ждет. Как я тогда плакала? Я понимала, что Богу не отказывают. Это которые у него там стоят, двое. Не отказывают. Не знаю, где они сейчас, но надеюсь, что их любовь и преданность своему господину так же сильна, как мои. Так. Маленький подарок. Облик. Чертеж. Ну давай облик возьмем, то есть этот чертеж. Не знаю, что это, но мы это возьмем. И купим карту, естественно. Я ж ее не сейчас себе взял, а просто открыл. Да, отлично. Так, а у вас тут цветы? Они вот просто цветы, да? Немножко вас побоянил, извините, пожалуйста. Так, и вот сюда, естественно. А что это такое? Ох, вот цветы, это хорошо. Помолиться. Конечно. Найдено не отнимает даже смерть. Что? Ничего не понял. Ой, это мне спасибо. Косточки я заберу, спасибо. Как я классненько прям под удар залез. Да, давай в эту сторону. Да ёпта! Да иди нахер! Гады! Докопались, а? Почему? А, не работало. Природы, спасибо. Спасибо, спасибо. Кристаллики вижу, 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 вижу. Погнали отсюда. Блин, накоцали меня сильно эти типчики. О, ты кто? Хочешь видеть, какие диковины я нашел в древних землях веры? А пока мой корабль держится на плаву, у меня всегда будет что обменять на звонкую монету. Приходи ко мне в убежище, если интересно. Там я храню свои лучшие товары, и каждый получен абсолютно законным путем. Нет. Убежище контрабандиста. Да-да, законным путем. В убежищах контрабандиста именно законным путем все добывают. Так, кристаллов нигде нету. О, здорово. Урон. Спасибо, пожалуйста, до свидания. Все. Слишком просто. Перчатки давай. Ну, у нас выбора нет, так что пошли сюда. Скидка 96%. Ну давай. Спасли котика и нотика. Вау. Иди ко мне.
Ужас смерти, там кто-то откис дома. Давай, удачи, паучок. Так, ну что ж, что там? Демон говнеман? Пипец тебе, демон говнеман. Стоять! А я и так залутал ее, да? Это что? О, найс, найс. Так, кристаллик, кристаллик. Давай сюда. О, спасибо. Что даешь? А, давай черное сердце. У меня не так много сердец. Хотя нет, сердец много, ладно. Тише. Лови. Мог бы и поймать ради приличия. Что-то топоры не хочу. Три пять ноль восемь, а это 4-3. Не, спасибо. Прикольно, конечно, но я лучше с перчаточками. Ля, Бельзевул. Изи. Просто такой закатал. Ну все, братишка, давай. Полетел. Так, что там? Дерево, капуста. Маленький подарок. На капусту. Но самое главное, кости. Кости, вот это ништяк. Так, пока закрыто, да? Ну все, тогда домой. Спокойно. А где тут у нас этот? Погиб. Здоровье погибшим. А знаете, почему я так сказал? Потому что мы его сейчас вернем. Ну или не его, кстати. Может, кого-то другого сейчас посмотрим. Так, зачилься здесь пока. Ты что, хочешь перевоспитаться, может, Оникс Блейд? Все? Избавляется это на кого исплея. Выпустить. Все, Оникс Блейд молодец. Так, погнали. Плюс. Здесь вот это. А здесь вот это. Пока достаточно. Так, это мы чиним. Это мы забираем. Это мы тоже забираем. И вот это вот жестко впитываем. Может, сейчас даже хватит, хотя вроде нет. Почти, почти. Так, почему у меня две бы этих больницы? Изменить.
Во. А, убрать. Да что это, бабулина какая-то? Что, что, ну что такое? Давай, Камил, что такое? Несколько стариков попросили нас поговорить с вами. Их прогнали из поселения, последователь другого бога. Теперь они просят убежать здесь. Будем молиться. А, ну давай. Обучить пожилых последователей. А как мне выбрать пожилого именно? Я что, знаю? Так, во-первых, нам нужно очень вот это вот. Это во-первых. Во-вторых. Во-вторых. Давай одну вот такую штучку сделаем для начала. Что, почему? А, она отдельно ставится? Подожди тогда. Тогда давай вот таких еще парочку. Нет, вот здесь, да. А у меня хватит, там уже нет. Так, чизик, что такое? Что? Как истинное божество. Прислушаюсь к тебе, что? Посмотрите, пишите. Так, а как вот обучить, но если мне нужен не этот? Не этот. Я даже не знаю, как его назвать. Давай назовем его Валерчик. Валерчик. Выбрать облика. Валерчик у нас будет белочкой. Белой белочкой. Все, Валерчик, добро пожаловать. Так, Валерчик у нас освещает. И вот тебе подарок, Валерчик. Да, вот такой я добрый, классный чел. Иди освещай, Валер. Так, вы тут офигенно кайфуете. А, я кухню хотел сделать, точно. Мега аппетитное мясное рагу, кстати, да. Готовить. Вас фиг прокормишь, аборигены. Вы пипец, конечно. Так, сюда, еще. Вот этих штук, вот этих штучек. Вот этих, вот этих. Так. Жестко затарились. Тут тоже. Так, вы там сделали? Палку. Во. Давай, отлично, еще одну доделаем палатку. Вот здесь. Нет, нет, нет. Во. Пойдем жестко вас просветим сейчас всех. Так, во-первых, проповедь, конечно же, великому мне. А кому еще? А кому? Ну, а кому еще? Мне, конечно, мне. Ой, я думал, микрофон не работает, испугался. Так, ну, сила, да, естественно, ага. А что там еще выше? А, мега вообще сила какая-то. Так, ритуал. Давайте-ка оживление сделаем. У нас там есть кого вернуть. Шарк. Не, Лина. Авапф. Авапф. Давайте Лину вернем. И 59 лет бабульке. Пук. Так, корона. Давай,
новую заповедь, последнюю, да? Так, все последователи получают особенность восхищения архитектурой. Вера увеличивается на 5 единиц после возведения каждой постройки. Все последователи получают особенность набожность. Прирост веры после проповеди увеличивается. Давайте набожность. Я ж не могу строить бесконечно, а вот проводить эти проповеди могу. Так, заповеди. Все, все. Все заповеди у нас есть. Ритуал. Давай рыбный ритуал проведем. Оле, бракосочетание. Не, давай рыбный. Рыбный ритуал вообще тема хорошая. И пойдем сейчас рыбу наловим. Рыба, потому что вообще кайф. Она и дорогая, и все такое. Так, тут они пусть пока. Жестко вот эту вот всю фигню делают. А, давай им еще каменную построим, эту штуку. На, хватит ресурсов. Да, хватит. Чик. Так, тут вы все сделали. Говно я у вас заберу сейчас сразу. Достройте сами. Так, палатки у вас целы, да? У всех везде. Всем все хватает. Все, мужики, о. Это вы молодцы. Я пошел рыбу для вас ловить. Сейчас наловлю рыбу, и потом, может, еще успеем зайти к контрабандисту вообще. Так, сейчас смотри, сколько у меня рыбы есть. Я на паузу поставлю, просто наловлю рыбу, чтобы времени не отнимать. Если что-то интересное поймаю, включусь, конечно. Короче, жестко я рыбы наловил. Наконец-то наловил этих кальмаров сраных. 18 осьминогов, маленьких рыбок, говнибок, короче, дофига чё. Но затем спросим этим, что-то надо еще, может, нет? Этим ничего не надо. Так. Открыть облики, что? А. Понял, у этих можно почем? Скидка 40, давай. Собирайте больше материалов, ок. ...25 купить. Нет, эти пока ничего не хочу покупать. Пойдем к этому своим, к пирату Мармеладу вот сюда. Контрабандисту, точнее. Так, и что тут у тебя? Ага. Ага, вот мы и встретились. Из-за тебя я тут торчу, кусок баранины. Само собой, я не питал большой любви к епископам, но они охраняли морские пути и поддерживали торговлю. А когда кое-кто начал их убивать, сюда полезли всякие твари, однако такая потопила мой корабль с товарами. Тебе надо было ее видеть, она сожрала, она скрежетала зубами, оставляя за собой отвратительный смрад и зыркала вокруг так, что молоко скисало. Прямо как моя теща. Тебе придется все это расхлебывать. Каждый раз, когда умирает епископ, появляется гнусное существо, которое мы зовем свидетелем. На твоем счастье, Плимба знает ребят, которые щедро заплатят за каждый глаз свидетеля. Ты принесешь мне глаз, я куплю новый корабль, и мы будем в расчете. Вернись туда, где вы с епископом сражались, убей злобную тварь, и присни им ее глаз. Так, ну допустим на. Ну-ка, что тут у нас? Слизкий глаз свидетеля. Говорят, эти твари видеть все, что можно увидеть, и молчаливо обсуждали нас многие тысячелетия. Прямо как моя теща. Вот возьми, нашел во время странствий. Мне это не нужно. А тому, кто носит корону, может и пригодиться. Осталось еще 3, блин. Что-то я, извините, я очень орнулся этого. Как моя теща. Так, вот, отлично. Эту штуку мы сейчас воспользуемся ей. А тут что у вас, новый облик? Купить. And what?
Утка. Утку дали. Еще можно? Давай еще. Утка и... Дракон, ё-моё! Прикольно. Кристальное окно, говно, да, бам-бам-бим. Тут что? Как будто что-то можно, но что-то пока ничего нельзя. Так, ну все, я понял, спасибо. Пока нам в центр. Пока в город идем. К себе. Так, здравствуйте. О, чизик! Нормально все? Хорошие вести. Мне удалось найти мясо. Хорош, чизик. Так, все, и это. Вот монетки мне. Вот это, я тебя замотивирую жестко. И иди спи. А сюда у нас пойдет камин. Да, чухай, мясо нам ищи. Много мяса не бывает. О-о-о. В трансе все. Закайфовались. Так, спасибо, 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 спасибо. Тут у нас что? Спасибо, 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 спасибо. Так, кого-то резнуть еще сможем? Так, тут у нас что? Плюс камень давай еще. Так, на кухню нам что не хватает? Кухня. Нет, все хватает. Ага, ага. Куда бы я вам поставить так? Красивенько. Тут как бы ферма будет. Сюда, может? Вот сюда вот, например, да? Или рядом с фермой. Вот тут вот, например, где-нибудь. Так, чуваки, жестко строим вам кухню. Сейчас, подожди, я вам семян наложу. Так, вот вам еще... Так, и здесь что? А, они просто сами готовят. Ну ладно. Ты что, будешь что-то готовить, да? Так, а что у нас антисанитария какая-то? Ага. Его вопросов нет. Так, а можно что-нибудь простое к туалетам поставить? Украшения какие-нибудь? Вот такие вот, например, не знаю, грядочки. Чик-чик. Чик-чик. Никто ж не против будет, правильно? Так, и нужно еще эту. Где она, где она, где она? Подожди. А, бабок нету. Так, тому, кто ждет. В принципе, нормально. Где там? Где она? Где она? О. Чудо штука. Так, бим-бим-бом-бом.
Подожди, а там кто-то готовит? Готовит. Реймонд умирает от старости. Нет. Ф Реймонд. Мы будем тебя помнить, братишка. Лежи здесь. Отдыхай. Так, ладно, здесь сохранимся, продолжим уже в следующей серии. А то тут много всего еще надо сделать, у меня же глаза разбегаются. А ты подписывайся на канал, жмяка на колокольчик и оставляй комментарий. Всех обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока!